Всем доброе утро, друзья. У нас сегодня 4 ноября. Смотрите, сколько у нас снега уже. Вот. Иду открывать своих курочек. Посмотрим, у нас же есть новенькие. Как они будут отреагируют на снег первый раз. Может быть, еще растает. Но вот еще даже листья на деревьях есть. А снег уже выпал. Приветики! Рекс, успокойся. Приветики, мои красавицы. А ну, выходите на первый снег. Рекс, перестань. Стоп. Видите, как стоят? Толкуй. Ну что, с первым снегом вас? Петриша, это тоже первый снег для тебя? Линда уже видела, она уже взрослая девочка. А молоденькие еще не видели у нас. Уже я сарай этот закрываю. Окна тоже закрыты все. Уже сегодня нужно будет соломы им туда занести. На той будке зеленой никто уже не спит. Уже мы всех переносим в сарай. Чтобы никто не замерз. А Тами где девочка? Вот Тамечка. Тами! Красотулька. О, она снежок кушает. Да. У нее тоже первый снег. Наши девочки. Тами. Приветик. Деловая такая. Ух, побежала. Водички хочет. Нужно воды сейчас налить им. Это так, вчера было холодно, еще снега не было так немножко, то они сразу вышли только сюда во двор, покушали, сюда-туда, крунулись, развернулись и сразу в сарай. И там целый день. Я так немножко дверцу открываю, маленько так, чтобы они только могла курица зайти. И они целый день там в сарае. Там свет я включаю. Так, пойду посмотрю дальше, что у нас. А вот наши павлинки красивые. Я им принесла вот корм, кукурузу. На ночь приносила я им тунец, салат и козий сыр. Ну, скушали. Днем пускай едят кукурузу. Приеду с работы, то что-то принесу. Видите, в одного более зеленая шея, а в другого нет. И грудинка, видите, какая вот? Еще видно хорошо. Так что они остаются здесь. Я их выпускать сегодня не буду во двор, потому что выпал снег, там холодно. Пускай будут здесь. Свет я им включила, вот будет так светло. И пускай сидят еще тут. А это Рексова комната. Он пока им ее сдает в рент, так что скоро он сюда уже переедет. Ну, пока он еще во дворе у нас, то вам разрешается побыть еще в этом его номере. Так что оплата, наверное, не знаю, с какого числа вы там договаривались с ним. О, как видно, видите, один такой, другой такой.
то я думаю, даже, смотрите, даже спинка, видите, перья в одного, да, я читала на YouTube, слышала, смотрела, что даже по перьям видно, кто мальчик, а кто девочка. Ну, надеемся, что это будет у нас парочка. Вот как уже в сарае в уголке собралась бригада, что-то решает, потому что во дворе холодно. И вот они уже все идут в сарай и вот так себе проводят здесь свое время. Я им тоже сюда насыпала корм, чтобы были в сарае. Может быть, кто-то боится выходить на снег. Петриша уже здесь. Почему это ты здесь? А ну, пошел во двор большой такой. Ну, надо же гонять здесь всех. Петриша, стоп! Вы только посмотрите, ему петух нужен. Ну-ну-ну, нельзя, Петришка. Нельзя, ты же красивый и хороший мальчик. Да, посмотрите, какой мальчик. Ого-го! Мороза такого сильного нету, даже вода вот... Была в ведре вода, то так только сверху она примерзла немножко. И вот здесь тоже вот так ногой, то вода есть. Ну, я им там во дворе налила. Куда идете? Куда? Холодно? О! Хорошо, что этот вышел из сарая. А то там всех клюет, бьет. Главный такой у нас. Петриша. А ну, Петриша, покажи, какой у тебя красивый хвост. Да? Много вопросов скажет. Вот такой снежок у нас. Ну, уже солнышко вот там появляется, но туча там тоже есть. С той тучи, может быть, еще будет снег. Ну, конечно, это же уже к зиме идет. Не к весне, не к лету. А зима, зимушка, зима будет. Вчера как раз мы успели убрать с этой моей террасы мебель, спрятали всю в гараже. Так что приезжали к нам свекровь моя, свекром. Они мне помогли все это сделать. О, солнышко вот какое красивое. То я думаю, еще растает. Так что вот такая красота у нас.